Легче с ним, сэр. Он первый день на службе. Да, пошел на службу. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соуп. Соуп, пора проверить твои навыки ближнего боя. Слушай, что ты мне сподобал с моим имя? Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас Газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. Заберись по той лестнице. Думаю, что я тут взагалі. Бери. Зараз, оно настройки звуку, бо щось дуже. МП-5 и 4 световых гранаты. По моему сигналу ты должен спуститься на платформу и тут же побежать на первую позицию. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. Как только будешь готов, хватай веревку. Пошел, пошел, пошел! Огонь по мишеням! На вторую позицию! Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! Ой-ой-ой, я втыкнувшись. На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! На шестую! Пошел! Бросай гранату через дверь! Бросай гранату через дверь! Огонь по мишеням! На конечную позицию! Беги до финиша! Неплохо, Соуп. Но можно было и лучше. Если хочешь попробовать еще раз, забирайся по лестнице. Давай еще раз. Или подойди к мониторам, чтобы узнать результат. Давай еще раз спробуем. Возьми новые гранаты. Как только будешь готов, хватай веревку. Пошел, пошел, пошел! Огонь по мишеням! На вторую позицию! Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! Ай-яй-яй-яй-яй. Бросай гранату через дверь! Да нет, це я вже запорол. Бросай гранату через дверь! Бросай гранату через дверь! Це я вже запорол, короче. Так, зараз попробуем ще раз перепройти. На третью позицию! Еще раз! Переходи на третью позицию! Та не кричи, дядя, ты че? На третью позицию! Еще раз! Переходи на третью позицию! Треба це закінчити, бо інакше буде кричати як дурний. Бросай гранату через дверь! Та я вже поняв, що я швидко виконував. Хватай веревку! Давай попробуем ще раз прийти. Пошел, пошел, пошел! Огонь по мишеням! На вторую позицию! Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! На четвертую позицию! Огонь по мишеням! На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! На шестую! Пошел! Бросай гранату через дверь! Огонь по мишеням! На конечную позицию! Беги до финиша! Уже лучше. За 15 еще секунд? Не отлично, но лучше. Если хочешь попробовать секунд. Еще раз, забирайся по лестнице. Да, или да. Подойди к мониторам, чтобы узнать результат. Возьми новые гранаты. Я уже взял. Как только будешь готов, хватай веревку. Огонь по мишеням! На вторую позицию! Огонь по мишеням! Через дверь! На четвертую позицию! Огонь по мишеням! На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! На шестую! Пошел! Бросай гранату через дверь! Да что ты там кричишь? На конечную позицию! Беги до финиша! Уже лучше. Все. Еще не отлично, но лучше. И скоро нам предстоит десантная операция. Чтоб не дивилися в телевизор. Вылет в 0200. Вольно. Давай візьмемо. Давай візьмемо на середньому. Так.
Все данные об этой операции мы получили от нашего шпиона в России. Посылка находится на борту грузового судна, эстонский регистрационный номер 52775. Экипаж небольшой, на борту будет охрана. Можно применить силу? Экипаж разрешено ликвидировать. База, говорит Молот-24, видим цель. Расчетное время прибытия 60 секунд. Вас понял, 24. Секунд, темнеет. Десять секунд. Проверка связи. Переходим на шифрованный канал. Оружие к бою! Что ж, хорошо. Огонь по усмотрению! На мостике чисто. Не стрелять! Газ, оставайся на борту, пока мы не расчистим палубу. Прием. Все ко мне. Вас понял. Долешница чисто. Последний раз. В коридоре все чисто. Спи спокойно. По фронту на палубе чисто. По сигналу вперед. Там сорвался в наших океанах. Готов, сэр. Рассредоточиться. Дистанция 3 метра. Двое на платформе. Я их вижу. Огонь по усмотрению. Вас понял. Террорист нейтрализован. Цель нейтрализована. Вы как он что-то прицелились? Вот видимо машина туда будет. Калаш. У нас гости. Молот 2-4, террористы на втором этаже! Вас понял, вылетаем. Ого. Б-6, у Молота кончается топливо. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Вас понял, Молот. Укров, Гриффин, прикройте шестого. Остальные за мной. Вас понял. Не знаю, я взяли правильно, бежу, чем неправильно. Это я приберегу для более близкого знакомства. Золотые слова, дружище. По моему сигналу, пошли! Проверить углы! Проверить углы! Пошли! Проверить углы! Слева все чисто. Справа все чисто. В коридоре все чисто! Идем дальше. Долешница чисто. Движение справа. О, зацепило. Зацепило, так зацепило. Террорист нейтрализован. В коридоре все чисто. Проверить углы. Проверить углы! Слева все чисто. Готов, сэр. Идем дальше. Можно выглядывать на QE. Ждать моего сигнала. Жду приказа. Вспышка! Пошли! На помосте чисто. Я прикрою. Давай наверх. Все ко мне! По фронту все чисто. Ты чё, кричишь? Террористов не видно. Идем дальше. Кричить. Так держать. Газ справа. Выполняю. А что справа? Я тут справа. Открывается ли хер там? Быть на чеку. Готов, сэр. Чё ты, блин, с ноги металловые двери, блин. Справа Базис. Все чисто. Выпиваю. Пошли. Движение давай справа. Давай рухай, Саша. Да. А шо, я уйдем тут? Идем дальше. Какие разбросы калаша, капец, на реальном просто.
фронту все чисто. Пошли! Слева все чисто. Ух, блин, осколочно. Справа все чисто. Быть начеку. Ждать моего сигнала. Какого твоего сигнала? Заходим. На тебе гаешку. На тебе гаешку. Первый готов. То ничего, что тебе слева там сзади отходит, не? Второй готов. Где ты втик? Террорист нейтрализован. Доложите обстановку. Все чисто. Вас понял. Получен сильный сигнал, сэр. Кажется, тебе стоит на это взглянуть. У-ля-ля, это тут же ядерная бомба. Здесь на арабском. База говорит P6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, B6. К вам приближаются два летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту. Быстро идут. Наверняка миги. Нам лучше уходить. Сук, хватай декларацию из ящика, быстро! Узик схвостит. Сук, а то я мою забрать? А что то я? Так, всем на палубу, бегом, Марк! Подавати ноги на спину. Друзі, біжать. Уже вертольоти, сэр! B6, как слышите? B6, доложите обстановку! Все, что это было? Все погано. Дорогой Толик, пора уходить быстрее! B6, отвечайте, черт возьми! В смысле вы слишком медлили там? Помосты! Живо, живо, живо! Шевелите задницами, пошли! Приготовиться уходить! Пошли! Осторожно! Пошли! Пошли! Пошевеливайте! Слишком медленно. Уходим! Давай, давай! Что за штука? Блин, это какой-то трешак. Чем прикол? Не так не добег ты, не так не добег. Уже я просто на контроле бег. Отвечай, Б6, где ты, черт тебя дери? Иди сигнала! Мы почти на месте! Куда? Вертолет! Направо, направо! Время на исходе! Давайте уходим!
слышишь? Поймал! Я на борту! Уходим! Вас понял, сматываемся отсюда. База, докладывает Орлан. Посылку забрали, возвращаемся на базу. Конец связи. Нормально так с приклада в лоб. Який-то неприємний чувак. Може навіть і Ірак. Що ти дивишся? Сцена везуть мене кудись незрозуміло туди. Похоже, на Ірак. Похоже на Ірак. Зрозуміло, якісь дебрі мене завозять. О, чувак в смітнику ховається. Якась війна йде. Я з якоюсь розстрілюють. Терорист. Зараз будуть виводити.
тихо, тихо, легше, 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 дуже. Я вже получив прикладом, блин. Та що ж то таке, то прикладом, то чоботом. Десь тягнуть мене. Ти що за хер? Хочуть мене стратити. Ще й на камеру то все записую. Реальний терорист. Все? Гра закінчилась чи що? Капитан Прайс, Аль-Асад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире Центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Асада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Так. Нарешті операція. Полкілометра к северу. Выходим. Лоялисты, да? Это кто? Хорошие русские или плохие русские? Снайперка. И штурмовик. Окей. Так, тут трошки щось зі звуком незрозуміло робиться. Даєш голосніше кричуть, даєш тихіше не чути. Огонь по усмотрению! Спокойной ночи. Чітко. Просто, блин. Так, срухаємося за нашими друзями. Так, тут би мав хтось бути. Хтось віддихає, да? Установи міни у двері, а затем привлеки їх внимание. Попав! Спокойной ночи. Тихо, тихо, чувачки, куда вы так спешите? Есть что съесть? Нема. Мужики, нема что есть. Россию, капитан Прайс. Где цель, Комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь Бейрут? Ты ведь с нами? Ну, если очень надо... Еще бы, черт возьми. Коля Довженко. Петя Авгамов. Костя Голубев. Іван, приготуйся к атаке. По моєму сигналу. Це, блин, збірна. Сюди. Отсюда ваші снайпери зможуть прикрити моїх ребят. А я вроде бы тоже снайпер.
Ой-ой-ой, это что за, блин, фейерверки? Соуп, сюда! Куда? Снайперская группа на позиции. И что я тут маю дать? Левый фланг. Вас понял, прикрою левый фланг. Соуп, живо сюда! Соуп, сюда! Всем отрядам, приступить к штурму! Контакт, к северу! Соуп, живо сюда! Соуп, нейтрализуй пулеметчика в окнах, чтобы люди Комарова могли приступить к штурму! Я нейтрализовал. Ой-ой-ой. Стреляй по второму пулеметчику через стену! Через какую стену? Алло, я не разумеюся. Оно ему попало, не? О, є, зняв. Нарешті зняв я його. РСЗВшки. Чорт, вражений. Ох, як я двох забрав. Ти нічого не говорив о вертольотах, Комаров. Я і не говорив, що здесь не буду. Ми должны защитить моїх людей від вертольотів. Сюда! Быстрее, Комаров! Мені нужен этот шпион! Тебе не о чем беспокоиться, капитан Прайс. Возьмем БМ-21. И прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Так, я так разумею, я маю за ним идти кудись. Доложите обстановку. Сколько еще времени вам нужно? Хорошо, я их задержу. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Пока нет. Ой-ой-ой. Порядно. Минус враг! Вражина, блин. Контакт к северо-западу! А, Туми? Туми? Не, не чужий. Тут сам швидше кинул гранату якусь. А що ви тут стоїте? Давайте, вйо, погнали! Капитан Прайс, мои люди попали в окружение. Прикройте их с утеса. Где наш шпион? Время на исходе. Так помогите нам. Чем мужики, я уже тут. Чем подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. А що я тут, по кому я маю стріляти? У нас потери! Цель нейтралізована! Може вдасться машину взірвати? Не вдасться. Цель уничтожена! Так, я трьох положив, я не знаю просто, що мені далі робити. 42 цих пише мені. Цель уничтожена! Ой-ой-ой, просто цикаю їх як в тирі. Цели на северо-восток.
хоть какой-то успех. Теперь за мной, к электростанции. Так, рухаемся дальше до электростанции, капитан Прайс. Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Довольно. Где этот шпион? А, то мои чуваки. Я по них стреляю. Если твои снайперы нам помогут... В доме. Не так уж сложно, правда? В северо-восточном краю деревни. Это русский. Треба зробити просто... До того дома, прежде чем шпион... Спускаемся. Давай, это мужики, бей. Пушим, пушим. Гранату. Так, электричество отключено. Вперед! О, режим командос. Виктор, электричество отрубили. Прибор ночного видения значительно все облегчит. 100%. Николая не вбив часом, ні? А то мені так зацікавили. Хто ви? Спецназ? Так. Твої ЧПДЛ, Николай. Ти зможеш? Да. Газ. Я і воювати можу. Орлан говорить Б-6. Посилку забрали. Встречаемся на зоні посадки. Прийом! Б-6, на связи Орлан. Ми в пути, конец связи. Пошли, пошли! Тихо, тут хтось пушить нас чи що? Де мої друзі, куди не треба... Ага, туди десь треба бігти. Ясно, сюди не прийдеш. Николай. Залазим.
через стекло. Вас поняла. Мы попали. Вас поняла. У нас здесь гранатометы. Боже, в пыль подорожь. Я чуть не попали. Вижу цель. Так понял, буду высадка за нас. Ждать разрешения. Скажите, пожалуйста, пошли, пошли! Пошли! Так, друзі, а вже продовжимо наступного разу.